на такую тему. Это тема о том, что на канале мало посетителей. Как-то меня, честно и откровенно, это раньше как-то задевало. И книги миллионными тиражами были проданы. И я на Первом канале тут вел передачу, тут практически там 5 лет. И на тебя. А в интернете на Ютубе нуль. Как-то мне это было непонятно. Возможно, даже где-то было несколько и обидно. Тем более, когда я смотрел на видосы других людей и видел, что у них просто-напросто нету той тщательной проработки, которую я делаю для себя. И вот исходя, ну ладно, сейчас и закончу эту мысль. И значит, что хочу сказать. Сейчас я как-то к этому всему перегорел. Ну сколько будет подписчиков там, придут люди, столько надо. Знаете, вот специально что-то там делать такое, изворачиваться, допустим, делать маленькие видео, какие-то заставки, тут еще что-то там такое, знаете, как бы заманивать. Я перегорел к этому, просто-напросто, знаете, перегорел. Если кому-то надо, теперь вернемся к мысли, которую я хотел сказать. Я, когда работаю над материалом, мне надо понять основы, мне надо понять некоторые частности, мне надо понять некоторые там особенности, которые возникают, какие-то могут быть неожиданные моменты и прочее, прочее, прочее. Вот этот вот, как бы сказать, круг этот вот для себя понять, решить, освоиться. И тогда тот или иной метод или та иная проблема довольно-таки нормально решается там со здоровьем и по жизни вообще. Если же это делать, знаете, вот так тяп-ляп сказать, а, да, то вот так вот приложи, и у тебя голова пройдет там, а вот так приложи, геморроя не будет. Ну, поэтому я с учетом своего собственного опыта излагаю материал так, как считаю нужным, чтобы он в конце концов принес пользу и от чего-то предостеречь, какие-то особенности показать, ну вот как и в начале. Поэтому я такой. Итак, значит, вот как раз тут пишет насчет подписчиков. Уберите в самом начале длинные минутные заставки. Ну, можно их там убрать, не обязательно минутные, там я раньше делал секунд по 15-20 там. Но сейчас вроде как мелодия идет, так она как-то настраивает, знаете, как раньше вот была любимая передача радио няня, есть такая передача, радио няня, у нее одна задача, чтоб все ребята, все трюля там было веселей. Вот так, знаете, раз заставочка, она взбодрила тебя и так далее. То есть, чтоб уже видос за счет заставочки как-то вас настроил. Ну, кого-то настраивают, кого-то не настраивают. Так, просмотры падают от этого. Ну, падают. Мне вот лично вот сейчас мне как-то это все равно. Падают они, не падают. Мне интересно, знаете, сделать вот такое видео. И я уже, будем говорить, не гонюсь за подписчиками, не гонюсь за просмотрами, потому что тем более YouTube ничего не платит. Ой, ничего не платит. Надо сразу в начале видео бить фактами. Ну как фактами? К фактам надо человека подвести. Это не просто так вот. Фактами ударили, а как их решить, этот факт? И все, понимаете, вот это вот. И уже видео закончилось на факте. Раз, вот как про полынь. Вот полынь. А уже потом раскрывать суть в видосе. Но я... Каждый человек, конечно, понимает все это по-своему. Поэтому что тут говорить? Ну, я ответил, поспешая медленно, мудрость древних. Мои видосы для тех, кто хочет по-настоящему себе помочь. А количество подписчиков, просмотров нужно им. То есть, вот как пришли, вот, грубо говоря, у мужа грыжа. Это им надо с грыжей справиться, не мне надо. Вот и ищите, как с этой грыжей. А то скажут, ну вот, вот так, грубо говоря, а она не помогает. Надо еще что-то, вот так попробуют, вот так попробуют. Дальше пишут, да, но на Ютубе другие правила. Знаете, мне как-то, знаете, вот я смотрю Махадев, Бог богов. И там как раз Праджапати Дакта такой мудрец, одно устанавливает правило.
правила, а потом наказание, правила, а потом наказание, правила, наказание и так далее. Вот как он видит это все, у него там свои правила, и все остальные подстраиваетесь под эти правила. Если вы, значит, вот выходите из рамок этих правил, то вам не место в этом обществе, он там считает. И я смотрю, то же самое сейчас тут творится, то же самое. Вот то, что было очень-очень-очень-очень и очень давно, все это повторяется. Вот со своими правилами тут тебе вот так, вот сяк. А есть простые правила. Донести полезную информацию в неискаженном виде и в том объеме, чтобы она была воспринята нормально, а не просто рецептик. Вот это так и получится. Она не получается. Оказывается, надо там в лунные сутки особое делать. Ну, так, к примеру, да? Длинно начало сбивает просмотр, видите, проверено не только, но лучше сразу к делу. Но я вот так, знаете, вот в зависимости от настроения, в зависимости от ваших комментариев, я как-то вот так вот поступаю. Так что сбивает, не сбивает, не, вот это вот. Я с удовольствием смотрел те видосы, какие-нибудь там длинные или еще, которые бы давали пользу. Но, к сожалению, я их нахожу очень и очень мало. Особенно по той информации, которая мне нужна. А в конце концов вы выходите на такой уровень информации, когда вам знание дается строго, индивидуально, за счет ваших собственных наработок. Не всем это дается, а вот за счет того, что это. И вот тут-то мне хотелось, а такого нету. Это уже совершенно иной уровень. Лучше сразу к делу. К делу. А до дела оно вот так, знаете, бывает. А вот так, и вот сяк. Оно по-разному бывает дело. Это такая штука, и вот когда ты более-менее со всех сторон это дело посмотришь, тогда у тебя что-то в голове созреет, как это делать. А так, если только с одной стороны, это не ТикТок, вот пишет кто-то, кому действительно важно восстановить здоровье, посмотрит, так как знает, кто автор и что им необходимо извлечь из видео. Скорость, быстрота и яркость картинки надоело, утомляет. Ну да, вот это вот все быстрее, 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 быстрее. Видите, вот кого-то уже и утомило, да? И материал не успевает, психика адаптироваться полноценно. Вроде бы у некоторых авторов, быстро у некоторых авторов, но как фастфуд. Подача информации – это сложный процесс, довольно-таки сложный процесс. И так как я вот сел и говорю, это одно, что там, как идут мысли, я там вам сообщаю. По-хорошему же видео, вот как я работал на телевидении, составляется сценарий, прописывается, что вы будете говорить в том случае, в этом случае, вот такой вопрос, на такой вопрос. То есть вот это более правильный подход. И когда я книги пишу, там совершенно по-другому голова работает. Мысль только раз, изложилась потом, не спеша она. Вдруг какая-то другая мысль пришла, вы эту фразу переделали, и в результате у вас вот потихонечку слаживается там статья, так как должно быть, начало, там, середина, конец, факты, там, примеры. Читаю. Думаю, можно найти компромисс и подачу сделать правильную. Насчет правильной подачи я сказал, это надо вообще-то сценарий, чтобы я вам вот так вот не говорил вживую, а я прочитаю, потом я это все обдумаю, потом я это напишу. Но с другой стороны, знаете, это же все-таки блог, не так тут все это, какие-то там средства и так далее, это вот типа хобби, хотя я стараюсь все это дело более-менее изложить, но, то есть это все-таки не стоит тех затрат, вы же просмотрели, да, и все там, да, само собой там. Генка Малахов там говорит, ну и он говорит, и все. Значит, думаю, можно найти компромисс и подачу сделать правильную, ценное содержимое сохранить, и я за меру и разумность, за золотую середину, без крайности. Ну, это хорошая мысль. Это
Это хорошая мысль, но все это надо воплощать в дело. А это уже, будем говорить, время, ваши ресурсы, энергетические, психические и прочее, прочее, прочее. Так, Геннадий Петрович, вы же удивлялись, что мало подписчиков. Да, я удивлялся в свое время, я до этого вам рассказал. Делали предложение, что, может быть, люди отупели или YouTube блокируют. Откуда они возьмутся, если ваших видео по теме не видно? Я набираю Малахов Полынь, а мне не показывает ни одного видео. Набираю Геннадий Малахов Полынь, а мне выдает только одно видео. Так, еще. Трехгодичная давность. А вот тут-то, вот тут-то. Это одно дело, знаете, как YouTube. Он там, у него там, как вы сказали, там свои заморочки, кого-то он поставит вперед, кого-то он поставит назад и так далее. Вы заходите на мой канал, и вот на нем-то и делаете запрос, поиск на канале, вот он как раз, Полынь, и вам несколько видео полноценнейших о Полыни, только опа, вы делаете там очищение организма, и вы попадаете на плейлист очищения организма, на плейлист целебной кулинарии, и тут все. Да, как говорится, важно понимать, где надо искать. То есть YouTube — это как вот, грубо говоря, земля. Или лучше так скажем, это как библиотека. А мои вот эти видосы — это как полка в библиотеке. И не всегда эта полка, ну, будем говорить, с нее там какие-то там запросы выставятся. Но зато вот эта полка Малахов Геннадий, она в Ютубе-то есть. И вот вы набираете Малахов Геннадий, а потом уже внутри начинаете по этой полке шарить. Вот вам по очищению, вот вам по питанию, вот вам по голоданию, школа голодания. Вот вам вообще уподобляться таким простачкам. Если вам не выдает YouTube, значит, этого и нету. Набирайте Малахов Геннадий и попадете на канал. И вот тут-то вы всю эту красоту и информацию во всем этом объеме, она там есть, я поделил. А так, конечно, набирайте, мне не показывают ни одно видео. Вот. А последнего вообще нет. Когда набираю с Марусей Полыни, да, показывают несколько последних видео. YouTube там предпочитает, что вот эти вот видео там показывают. Но вам там надо понять, не то, что Маруся там рассказала про Полынь. Да, она где-то там рассказала, ну, вполне нормально, там рецептик, то все подойдет. Но если вы хотите больше информации, ищите, пожалуйста. Вот у меня тут что-то есть, которое, с одной стороны, может быть, ту же Марусину информацию дополняет, перекрывает. А есть, возможно, информация, которая намного лучше, чем у меня. Это ж надо искать, а не так вот, что этот YouTube вам ничего не дал. Это YouTube — это просто инструмент, вам надо им научиться пользоваться. Так в чем причина? Мы раньше вам об этом говорили, на что ответили, что не хотите этим заниматься. Да, я не хочу этим заниматься, что-то специально там, что-то там делать. Знаете, всему свое время, вот всему свое время. Был я моложе, намного, будем говорить, усидчивее, намного меня тянуло там к информации и так далее. Вот я писал там книги, все это дело там искал. Тоже, это ж надо найти. Где это там было? Интернет, что ли, тогда был, когда я книги писал? Да нету ничего, не было этого интернета. Вот мне это интересно. Сейчас у меня другие интересы имеются. Я там где-то там работаю. Так вот, чтобы это, знаете, вот еще что я хочу сказать. Вот так, чтобы выворачиваться наизнанку и стелиться, я не хочу. Я и так вывернулся наизнанку. Вам, помимо того, что выставил свои книги для свободного доступа, я еще некоторые из них начитал, огромную работу выполнил. Выложил, пожалуйста, уже слушайте. Разобрал ваши там примеры.
более того, провел некоторых людей через это голодание, через еще там какие-то там вещи, там, выведение этих грибков и прочее, прочее. Чтобы вы еще понимали, вот так видели. Что касается, знаете, вот того, чем в основном заполнен YouTube, для всех это ясно, это работа там с физическим телом. Все это уже давным-давно сделано. И в моих книгах, и в чужих книгах, и в видосах, и это. Можно, знаете, в этом просто копаться, копаться, копаться. Но если вы хотите развиваться, вы тогда ищите какие-то другие направления, о которых я вам говорю. Та же работа с красивыми словами. Вы не совсем соображаете, потому что вы не понимаете механизмов, как все это делается и работает. А я понимаю. Более того, я чувствую этот самый отдачу, пользу. Вот что важно еще, да? Так что вот этим делом я не хочу заниматься. Но так, чего можно ожидать, если вы в своих действиях ничего не меняете в этом направлении? В своих действиях я вам рассказываю. Вот, хотя это и длинное видео, да, у нас, я рассказываю, беседую на основе вот этой вот беседы, ну, мы вот с вами беседуем, как, знаете, вот я отсюда, вы там оттуда, слушайте меня, чем-то соглашаетесь, чем-то не соглашаетесь, у вас свой ум анализируется, да, и вы что-то для себя берете. А какие-то направления делать. Я считаю, что вот тут, да, можно там какой-то там канал еще открыть, телеграм-канал, и еще, знаете, тут так лазить по всем этим вот соцсетям, что-то там делать. Нет, я все-таки есть такая вещь, чтобы у вас оставалось сил, оставалось интересов пожить своей собственной жизнью, а не жить, только работать. То есть некоторые трудоголики, люди там, они только работают, им некогда жить. Они постоянно только на вот этой работе, только что-то делают, только что-то там это. Вот чтобы, знаете, вот жизнь шла в охотку, и вот это тоже в охотку снималось. Значит, дело не в медленности для подачи мудрости, а в недостатке правильной подачи. Видите, какой вывод делается? Тут уже и подача, особенно в книгах, она сделана уже подача, знаете, вот так, чуть-чуть. То же самое пересказывать в видео, и уже пересказано, и вот что-то еще, недостатки правильной подачи. Оказывается, я вот согласно мнению подписчика, неправильно подаю. Ну, как могу, так и подаю. Подача, конечно, это вещь, но не хочу сказать, что я правильно все подаю. Тут нельзя так, конечно, говорить. Но если вы понимаете, о чем я говорю, если вы используете то, о чем я вам говорю, и чувствуете от этого пользу, то это говорит о том, что подача идет правильно. Далее, попросите специалиста, он вам все сделает, в чем проблема. Специалисту надо платить. Будем говорить, вот платить. Сразу же хочу на эту тему немножечко сказать. Вот я делал целебную кулинарию, сколько там я программ. У меня было два специалиста. Один снимал, ведущая была, и я. Вот мы втроем. Вот этим специалистам я тогда спросил, сколько, значит, чтобы вы тут на меня там работали. Значит, 80 тысяч в месяц. У меня тогда деньги эти были, я все это давал. Но сейчас я смотрю, они на 80 тысяч не нарабатывали-то вообще-то. На 80 тысяч надо сидеть, грубо говоря, 8 часов там где-то там рядом со мной и так далее. А там так все это, ну, по видео вы можете там посмотреть. То есть там не вырабатывалось на эти 80 тысяч. Но тем не менее, я понимал, что вот с этими специалистами, значит, дружить и работать, значит, надо удовлетворить их не эти. А потом я, когда научился сам снимать, сам вести, ну, я более-менее уже так был подготовлен к этому сам вести,
сам монтажировать, мне они не понадобились. Зачем они мне нужны? Я опять-таки не хочу сказать, что я самый лучший там специалист, хотя я светоч народной медицины и здорового образа жизни. Вот. Но это не означает, что я тут самый-самый-самый там крутой. Я считаю, что я, значит, нормально всю эту информацию там рассказываю. Хотя, допустим, тут и дикция не совсем та, и там несколько там сбиваюсь. Но опять-таки, это экспромт. Вот когда я читал рекламу по суфлеру, то есть вот тут суфлер, чтобы работать на суфлеры, вы сначала должны написать, допустим, те же лунные сутки написали, потом прочитать, вслух прочитать, не про себя, а вслух. И вдруг вы, вот вы написали лунные сутки, и о, хорошо, все информативно, нормально. Начинаете читать суфлера, и вы чувствуете, что некоторые слова не стыкуются, где-то слишком много шипящих, одно слово переходит в другое. Надо все это переделать, надо обточить это все, чтобы вы без запинки легко и просто и понятно прочитали с того же суфлера. А это опять-таки написать, суфлер, прочитать. И то, читая, ты пока научишься читать, ты будешь одно и то же читать раз по 10, по 15, пока вот у тебя интонация появится, пока ты не будешь сбиваться. Это огромный труд, через который я прошел. Я думаю, а что его буду повторять? Я вот вам рассказываю, показалось, что специалисты, какие-то нахрен специалисты, уж извините меня, которые вот в чем-то лучше даже разбираются. Они в себя это вложили. В те же суставы рассказывают, а вот растягивайте, вот то все, пятое, десятое, и вы там будете здоровы. Я же вам покажу суставы, как я укрепил. Ну, ладно. В чем проблема? Вот проблема в том, что, знаете, вот если действительно деньги там были, там можно было тогда нанять людей и сказать, вот, грубо говоря, там, или по моим книгам шпарьте, или еще что-то там делаете. А сам только сидишь, да и все, и ничего. Специалисты. Знаете, вот есть такое понятие, приятно своей собственной головой подумать. А не то, что там специалисты там будут что-то делать, думать и это. Не нам нужны, а вам. Нет! Еще разок. Подписчики мне особо не нужны. А вот нужны не подписчики вам, а вам нужна информация, чтобы вы ее смотрели, чтобы вы заряжались от вот таких бесед, которые сейчас идет. Вы прослушали, у вас там в желудке забурлило и затошнило. А если вы все это прослушали и чувствуете вот какое-то вдохновение, какая-то энергетика, вот это вот душеполезная беседа. А чтобы достичь до этого уровня, хо-хо-хо-хо-хо. Вот, поэтому вам нужны знания, вам надо общение. А как же этот вот старичок-дедок, вот в 70 лет у него еще так все, грубо говоря, в порядке, и он еще живет. Как? Вот такой вопрос, как? Может, вы не задаете никаких каков? И так вам хорошо? Ну, хорошо, так хорошо. Так, нам нужны вы, ваша мудрость. Ну, вот мы общаемся так же, а не количество подписчиков. Вот и я о том же говорю. Что я знаю, то я с вами и делюсь. Разъясняю там ваши комментарии, какие-то там заблуждения, какие-то особенности, с чем вы столкнулись, как из этого выйти. Вот и все. Так, прислушайтесь к подсказкам. Они разумны. Да, все разумно. Нужно выбрать золотую середину. Цену информацию правильно подавать. Заставки действительно можно укоротить. Ну, укоротим заставку. Они раньше как-то были. Это еще такая интересная вещь. Вот ты что-то делаешь, и вначале сделал все правильно. Да, составочка там 15 секундочек, все, знаете, красиво. И концовочка там тоже такая, 15 секундочек. А потом как-то вот это все идет, начинает размываться. Так что укоротим заставки, ценную информацию правильно подавать. Это еще разок.
важно как-то понять, знаете, ценная информация. Вот на данном этапе у каждого человека ценная информация – это вот то, к чему он готов понять. Ага, вот это вот главное он берет. А потом, смотря то же самое или читая то же самое, он из этого берет уже другую информацию, потому что он к ней подготовился. Либо же он это поделал и видит, что требуются какие-то разъяснения, которые он упустил. И он опять возвращается к этому. Так что это не так-то просто информацию правильно подавать, и чтобы ее брали. Для каждого своя информация. Ну, на этом и закончим. Я благодарю вас за то, что откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала.